Да, Костяк, здорово. Нормально все. Женя, привет. Да. Как настроение? Как вообще? Настроение нормальное, все. Чего ждать, все знаем. А все такие? Чего? Срок сказать, сколько запросят? Запросят столько, сколько не нужно. Я так считаю. Как вообще оцениваешь судебного? Судебное? Ну, конечно, много очень таких вот моментов. Вот. Все-таки чувствую, что что-то недорассказал, не сказал. Ну, не выразил свою мысль, вот так я хотел сказать. Не то, что недорассказал, а не выразил свою мысль. Потому что для меня это впервые все вот здесь. И, вот. Ну, есть надежда, что суд разберется. Вот. По крайней мере, судья вникает в ситуацию, не поверхностно изучает вопросы. Вот. Нареканий никаких нет абсолютно. Вот на данной стадии. А дальше, ну, все, будем смотреть. Последнее слово уже приготовилось? Нет, я ничего не готовлю. Специально не буду читать все с листа. Буду излагать мысли последовательно. Как вот есть, так и буду. А, контейнер заехал, пересылку поехал. Кого? Пошагин. А, да. Тоже с Надеждой, да? С домой. Я не пишу, я к человеку, если что. Как ты считаешь?